Всем привет, друзья! Скажите мне, чем вы занимаетесь на досуге? Наверное, играете в смартфон, в приставку, ноутбук, какие-то игры, ПК, туда-сюда, нагибаете всех. А часто ли вы выходили на улицу? Наверное, нет. А часто ли вы выходили на улицу ночью? Если вы несовершеннолетний, то вам нельзя выходить на улицу ночью. Ну а если вы человек, который увлекается разными вещами, сейчас я вам покажу кое-что интересное. Итак, это новое видео на канале Гаджетмания. Я начинаю. Поехали! Сразу хочу вас предупредить. Это не обзор, это даже просто... Это просто распаковка. Я нашел для вас необычный гаджет. Он не такой крутой по характеристикам, но он дает то, чего не могут дать другие. В частности, это самое настоящее ночное видение. То есть это телефон с ночным видением. И представьте только, в голове у вас возникает сразу куча сценариев, как вы можете это использовать. Вы можете следить за своим котом, вы можете делать все, что вы видите, все, что вы, допустим, вы какой-нибудь... Не знаю, там, ходите по заброшкам, если вы совершеннолетний, опять же, только-только при таких обстоятельствах. Если вы, к примеру, лазите в горы, ну, горы тоже ночью нельзя ходить, что же вы делаете? Вот только пока про кота проканала, да? Если вы хотите посмотреть на этот мир действительно так, как смотрят, допустим, спецназовцы, или так, как смотрят группы какого-то быстрого там реагирования ночью. В общем, в этой маленькой коробке, я надеюсь, лежит то, про что я сейчас вам рассказал. Компания SDEC, спасибо большое за доставку. Вкратце, вообще, как это, что это? По ссылочкам в описании есть стартап, такой уже даже не стартап, а целое производство. Ребята, русские, питерские ребята, компания Noizen, которые предоставляют нам такую возможность. Пройдите, очень красивый сайт, быстро ознакомьтесь. Потому что, почему быстро? Ну, потому что там вас не загружают дополнительной информации. Там все кратко, четко и красиво. Опа! Все, больше здесь ничего нет. Итак, перед нами вроде как бы, казалось бы, обычная коробка с не совсем примечательным телефоном. Я бы даже не сказал, что это смартфон. Что написано у нас? Benefit U241. Экран 2,4. Как давно вы пользовались телефонами с таким экраном? Камера 0,08 мп. Аккумулятор 800 мАч с таким экраном будет работать 100 тысяч лет. FM-радио. Внешняя память с картой памяти до 16 гигов. Связь 2G. Bluetooth. То есть ребята готовят вас просто к походу в какую-то, не знаю, там... Какой-то страх. При этом здесь должен содержаться комплект. Какой-то дополнительный комплект. Итак... Достаем этот уникальный смартфон, уникальный телефон. Вот он. Действительно, это просто телефончик. Кстати, если вам интересно про техническое описание, я вам, в принципе, его уже назвал. Но здесь не вот это важно, это всего лишь экран для вас. Если, кстати, вам маленький такой, у них есть еще большой, то есть настоящий смартфон. Здесь не про технические характеристики, здесь про вообще решение. Где вы о таком слышали? Я не думаю, что во многих местах. А на канале Гаджетмания есть. И далее в коробке у нас самое интересное, что вы можете себе позволить за просто скромные деньги. Вот эта штука, площадка, она алюминиевая. Я сейчас держу прибор ночного видения. Вот эта штука, это аккумулятор. Как это все работает, я вам буду рассказывать тогда, когда пройдет конкурс на эту штуку. Потому что, да, друзья, вы не ослышались. Я это разыграю. То есть любой из тех, кто посмотрит данное видео и выполнит несколько простых шагов в описании под этим видео, сможет через 2-3 недели того, как я протестирую этот смартфон и опубликую видео моего мнения об этом, выиграть. Что у нас еще в комплекте есть? У нас есть батарейка. И у нас есть инструкция и гарантийный талон. Это очень хорошо. Батарейка, смартфон, две сим-карты, карта памяти. Батарейку вставляем, крышку одеваем. Друзья, вставил батарейку, включил камеру и на самом деле офигел. Казалось бы, не смартфон, обычная балалайка, просто есть камера. И здесь у нас
прибор ночного видения. И это все у вас помещается в кармане. Что еще надо хотеть для интересных развлекух? Друзья, как оказалось, все очень просто. Во-первых, вставляем батарейку непосредственно в сам смартфон, точнее в телефон. Включаем его, получаем в принципе годную звонилку, которую вы можете использовать повседневно. Если вы хотите разнообразить свою жизнь, если вы хотите посмотреть на мир другими глазами, просто приделываете, вставляете сюда этот кредл, включаете его в зарядное устройство, и у вас начинает работать камера ночного видения. Как вы это делаете? Вы, соответственно, нажимаете на сам смартфон, заходите в значочек камеры, и вы весь мир видите так, если бы у вас был включен свет. Это просто уникально. Я понимаю, что вам сейчас хочется сказать: «Паш, дай примеры, выключи свет». Друзья, ну это же будет неинтересно. Вы не сможете посмотреть мои впечатления и мой опыт использования этого устройства. И да, друзья, это настоящий прибор ночного видения. Я с вами говорю, вы это видите. Ну а более подробно об этом смартфоне, об этом телефоне, вообще об этом уникальном проекте я вам расскажу после того, как выйдет финал розыгрыша. В общем, мои первые впечатления. Во-первых, это имеет право на существование. Во-вторых, я запускаю конкурс. Для того, чтобы принять участие, надо выполнить следующие действия. Во-первых, поставить лайк этому видео, но это не обязательно и никак не проверить. Дальше. Поделиться этим видео в своих социальных сетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Везде, где вы сможете или хотите это сделать. Далее, обязательно был подписанным на наш чат в Телеграме. Ссылка будет в описании. И последнее, это заполнить специальную Google форму, в котором вы напишите все свои ответы и просто напишите, как вас зовут и как с вами связаться. Спустя 2 недели после выхода этого ролика, я обязательно подведу итоги. Скорее всего, это будет стрим и это будет в прямом эфире. Поэтому результаты будут честные. И мы выберем победителя, который абсолютно бесплатно получит вот такой уникальный комплект. И камеру, и прибор ночного видения, и сам смартфон, и непосредственно Powerbank. Все, что вы видите сейчас, вы получите абсолютно бесплатно. Я побежал тестировать, потому что это действительно прикольно. Я обязательно поделюсь своими впечатлениями. Ну а вы ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше. Пишите, что вы супергерой, и теперь точно с такой штукой можно стать действительно по-настоящему супергероем. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.